показываем вам. Значит, White Bread Rush Crab. За мои вот это плохой английский, не обессудьте, я не знаю английский, просто так читаю. Значит, она бывает 3,5, 2,8 и 2 дюйма. Выпускается фирма. Сейчас посмотрим, как она купается. Вот это 3,5 дюйма, подержи. А вот это его младшие размеры. Вот они, как выглядит. Сейчас искупаем, посмотрим, как купаются они. Значит, они относятся к ракам. Вот. И это старые модели, да. Немножко силикон, походу, не так подобрал. Ну, на спуске есть игра какая-то. Она жестковата. Надо бы помягче силикон сюда. Да, жестковато. Вот. Посмотрим, как себе поведут остальные размеры. Давай другой. Сейчас будет 2,8. Резина такая же, походу. Вот 2,8, резина такая же. Сейчас посмотрим. Здесь немножко получше играет хвостик. Помягче она, наверное, тонкая, поэтому она и как бы на спуске она хорошо работает. Хвостиками болтается хорошо. Вот. А как поведет на воде, это уже зависит от того, кто будет лить. Значит, надо подобрать силикон и от аромата еще немножко зависит. Вот. Это какой размер был? Это был 2,8 дюйма. Сейчас 2 дюйма будем. Вот она, 2 дюйма. Никак. Вот. Не обессудьте, тут грузик большой. Вот. И крючок тоже большеват. Каждый рыбак пускай по-своему подберет свои грузики. Я инструкцию не даю. Кто как хочет, кто как привык, пускай так и ловит. Моя задача показать вам, какие примаки получаются из наших форм, а не то, что... Если будем проливать, мы покажем, как мы проливаем на продажу. Но как бы мы пока занимаемся продажей форм. А то, что туда вы зальете, это уже ваши проблемы, ребят. Вот это двухдюймовая. На этом эта серия тоже все. Сейчас поставим другие. Спасибо.